Так, ну и того, что мы имеем на старте по легам. Драконы, очень сильные драконы. И прям найтовый старт, окей. Из этого можно и в драконов выходить, во что угодно. Не один я про это в курсе на этом свете, окей, погнали. Капитал, релакс. Релакс. Ведровки точно со мной идут, наверное, даже овер ВД, потому что их две. Было бы 2 ВД, мы бы подумали. Угу. Так, а по ассасинчикам чё вообще ничего? Ну, я думаю, в лобби их не будет, да, и конкуренции за них никакой. По найту уже вижу. Ага, никакой. Пару бар уже успел разглядеть. Так что возьму лучше воинов. Чё по предметам? Так, ну я, наверное, хочу взять Блайтстоун овер когтей. Один Блайтстоун мне нужен. То есть под любой билд он неплох. Кожанчик. Дазл. Виверма. Не, ну дазл я все равно возьму, так что даже морочиться не стоит сильно. Так вот поставить. Ну, видимо, я найт. Да, я такой не один умный. Угу. Получается, что не один. Или всегда есть альтернативный путь. Ой, давай раунд подеремся, посмотрим. Так. Омник все-таки хуман. Вдруг какие хумы. Тролля найт. Да сейчас любой найт тролли. Правда, насколько он тролли. Здорово, пандыч. Здорово, Петр Лаг. Так, это тинкер мы пробьем. Ну, чистым уроном должны. Ладно, гол так. Под названием молодость. Угу. Так, учитель пения, который играл на баяне у нас. На баяне. Блин, омника надо было продавать, что-то я долго думал.
Но мне уже надо было отдать эту ошибку. Слишком. Не слишком он хорош. Хотя подождите. Да, давайте ВД отдам пока. Бабки нужнее. Бабки нужнее. Да, внезапно умник оказался очень хорош. Типа два найта. Окей. Винстрик, охренеть. Получил деньги за десятку? Да, конечно, получил. Блин, ну это сильнее меня, да? Это сильнее меня. Такой шлачине все стоят. Я просто думаю, 4 найта это круто или нет. То есть за место дазла было бы круто выстоять, но ладно. Нет, так нет. Ишь ты, как нам везет. Тупо винстрик. А чё ты на это держишь? А, это тот и есть, да, который держит. То есть мы с ним вдвоем в одной лодке. А что мне ролит? Мне нечего ролить. Самое смешное. У меня нет апов. Ну, хаос один. Ну, действительно, хаос. А чё нет-то? Ха. Держи, дружище. А я знал. Чё ж сразу-то не сказал? Не, ну все равно здесь сильнее меня. Что за хатика? Хнарика. Хнярика. Я, пожалуй, забайчусь на раунд вот на это. Просто потому что могу. Дальше посмотрим. Хотя это неправильно. Ту-ту-ту-ту. И стримеры пришли в чат. Да. Этот еще пробьет вот это. Неприятно. Хотя это пока не точно. Сэв жив, два раза скасть с ТВД, это не пробьет, да? Да. Второй стрик парень сбивает на хрен пойми чем. Ему очень приятно. Ведь хотели просто на стрике. Но коли ж лобби так авкает, я же не против. Дровка.
Тут смотрите, что там второго на это. Веников что-то берет это. Правильно, съезжай с этого вектора, он не твой. Хочет мага, Акира, непонятно во что. Короче, левел подкрутить. 21 голды, неплохо. Срубал стрики, починил себе полностью эко. Красавчик! Ну, на этах это изи деф. Сапог, клока, клока, наверное, должна быть у меня. Какая тишина. Так надежнее. Мандалара. Привет, Рома. Good luck. Прокатка. Thank you, Мандалара. Thank you. Оставлю это пока что. Я решил брать клоку. Так, что у меня? Тролль дорогой. Гоблин пипец дорогой. Мех тоже отсюда дорогой. Видимо, тролля придется. Ну ладно, тролль так тролль. Не хотел я так делать, но придется. Какой тролль, господи, какой опять тролль? Ой. Что со мной второй день подряд? Лишние 10 голды были, надо было отдать. Второй день подряд на найти тролля бань. Восьмерка орк, 3 копейки стоит. Ладно, вон он. Игра возвращает. Так. Абаддон, окей. Что там есть кто-то, кто сейчас с пустым столом? Ну, чтобы вот этому не проигрывать, я оставлю хаоса с кожаном. Одиннадцать. Собачка разложилась неприятно. Мы убили огра. Так бы могли побольше убить. Я предложил кофе, но мне сказали, чтобы проснуться, нужен кофе с ромом, только без кофе. Да не, я правда, как я уставший, слышите до сих пор гундошу. И все такое, подприболевший, но... Ну что делать, это же не повод. Это же не повод бездельничать. Не повод, поэтому еще раунд простою. Все так же на хаосе. Меня это устраивает. Здорово, Ванька. Омники и леги тут уже не играют? Нет, легионка очень слабая, ее собирать вообще не хочется. Омник, ну, сейчас не по шансам. Выход в 9 мага неплохо. То 5 экономика хорошая, как у Лустрикера, только с ХП, да?
Меня это более чем устраивает, поэтому поехали дальше. Так, что мы будем делать? Мы сейчас будем сроливаться, возможно, убирать престов. Так, и что? Что-то есть, да? Коняшка прям бежит, а не идет. Не знаю, зачем я это сделал. Так, окей. Еще пару роллов могу нажать. Не спеша. С чувством, с тактом, с расстановкой, да? Нормалин. Океан Эльзы, Яша с другой комнаты прибежал, ничего себе. Все расслышал издалека. Enchanted, I'm sure. In the service of Salamene. In green. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Enchanted, I'm sure. In the service, a new moon. Enchanted, I'm sure. Just... Enchanted, I'm sure. Так, я успел починиться? Не то чтобы совсем, но скорее да, чем нет. Пайпа, мессы. Что я хочу больше в этом лобби? Пайпа, мессы. Еще мне кажется, что магическая составляющая лобби достаточно сильная. Мне нужно зарейтить эту пайпу. Держи. Так, а что тут за уныл ФМ пошел? Но ЛФМ нам не нужен. Ох, близенько так и все, близенько. Достаточно сильно. Два оф лошадка, два оф миранка. Лумеранка, лунка. Олын. Зачем олын? У меня два тангуса, сота и ништяки. Не-не-не, в этом деле торопиться не надо. Кажандра Карис. Сларк там, конечно, разошелся. И не только Сларк, Бахашка старается, третий сильно. Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready in the service of Salamene. Вот это байт на все деньги. Так, все, отмена байта на все деньги. Энчи вернули 10 голды, я же вам обещал. У нас с ними долгосрочное сотрудничество, подписанное еще много лет назад. Так, ладно, все поле Кажан поджег, красавчик. Хаос, там, ну там хоть дэмэдж пройдет, да? Луна старается, этого мало, окей. Но мы развалим Сларк потом. С определенной долей везения и шмоток. Думаю, меня должно хватить на Soul Knight. Оу май.
А чё я кипишу, я просто вот сюда отдаю, и у меня все в порядке. Так, дровку я еще бы, да, выкупил. Буду ли я ее блочить? Буду ли я блочить эту дровку? Буду. Наверное, буду. Я сейчас на стрик выхожу. Мне понадобится каждое усиление. Погнали. Хотя, может, найдем новую? Мне хаосу надо найти. Да, веспа я сюда хочу надать. Две дровки я найду. Да, найду. Не буду сильно этим заморачиваться. А, все-таки заблочил, молодец. Я бы с большим удовольствием... Опа. Больше, чем дев, погнали. Ну, плавленый, плавленый я, Петр. Плавленый немножечко. Главное, что все работает. Это что действительно важно? Так это то, что все работает. Ой-ой-ой, батарейка. Я бы сейчас был не прочь еще чуть-чуть усилиться. О, май. Надо было апать уровень, не жалеть. Не-не, все норм. Единственное, что конь не собрался плохо в последнюю секунду. Все норм. Ничего не потеряли, все выкупили, в тридцатке остались. Какая красота. В принципе, я доволен. Руиним как могил, но игра не отпускает. Ну, как руиним? Так получилось, так не собрался хаос в последнюю секунду. Два дракона меня пугает, выход в дракона. Вопросик и хп. Еще много. Нужна нежить, нужен дальше левел. Варлоки и подбираем все оставшееся. Ревшейр, здорово, здорово, дружище, велкам. Надо что-то расстановки посмотреть. Я даже вот так вот стану. Хватит, пока жалко, абадонов мало.
Мне кажется, седьмой уровень станет, да. Но потом я ролить одного не хочу, даже ладно, с ВД не хочу тоже. Два сларка. Луну неправильно поставил, уже надо ее переставлять. Все, да, попали, ну пофигу. Стрик. Черточка сбили один. Итого, итого, ищем некро. Ну, пока алхимик мне тоже подходит. Но ищем некро. Изи. Так точно. Надо будет разобрать хаоса. Предмете лунки отдать. Опа. Азазин. Больненько. Сельдь сгорела. Неприятство, на десяточку зашел. Но против него нежить нужна, слоты и фигурки запад. Угу, нормально. Так, эти слабые. Дракон. Я думаю, он не успеет, да, уже на... Сколько он, интересно, книжек получил? Наверное, много. На шестихумане. Он никого не побеждает, это шестихуман ошибки. Под мага я стою правильно. Два кота у меня смущает. Надо будет последить, как стоит маг. Кто разобрал Хаос Найта? Никто не разобрал Хаос Найта. Ну ладно, предмет все в нем, так что не страшно. Дизоль, БКБ, дизоль есть. Ну, дизоль плюс скорость атаки, а почему нет? Держи, подруга. Держи, подруга. Держи, подруга. Отдам пока это хаосу. Вот так даже. Под дизолью бедный Сларк-то 2 просто рассыпался, как кусок кокуленьки. У меня, правда, под драконом моя луна тоже рассыпалась, но это полбеды. Хаос там еще старается. Не зря ему кольцо было отдано. Нечь тут сильной нежитью быть. Мы все такими быть можем. Так, ну видите, варлоков уже поставили. Дальше уровень покрутим, там нежить какую-то найдем. То есть некро плюс вот это. Маг, под мага правильно стою. Ну, пайер неплохо, девятый выкрутил. Зевса нашел, во что ты хочешь переобуться, в бога? Тоже имеет смысл, да, со снэппайером, с думом, почему нет? Так, мы там, помнится, ее победили.
Ну и здесь тоже. Хорошо, что там еще колечко? Опа, пайпа. Пайпа. Ну, пока что худик, но вообще пайпа. Деспрофит надо вернуть. Очень красивый лего. Мне ее тоже не хватает, черточка. Я тут разделяю твое негодование. Он пайпу перекладывает с хаоса сюда. Это не будет лишним, да, магия? Все-таки есть. Ну тут в целом магического урона хватает. Хорошо. Опа, мы с магом справились просто на худи, когда на этих жирных ребятках. Некр нужен. Ну это что значит? Это значит, что... Что пора? Что нельзя жадничать? ХП само себя не засейвит. ХП само себя не засейвит. Красиво. Под нежитью все еще быстрее рассыпалось. Здорово, Эндрю Вуд. А Жанчик, у меня для себя сюрприз есть. Его кукрыниксы заиграли. Или мне. Тридцаточка. Ну что, нам не хватает одного маленького дракончика, которого мы найдем. И сможем в девятом закрыть шести деда, а в десятом все остальное. Все остальное это дракона, либо какую-то хорошую лего. Я думаю, дракон лишним не будет. Хотя тот же Snapfire. Ой-ой-ой. Станешь ядом. Ох, какой байт. Хаус, ты, конечно, прости, но я решил, что пайпа пойдет сюда. Я понимаю. Я все понимаю, но так надо, так лучше. Это с подскади. А это под сумасшедший урон. Выбираем сумасшедший урон. Ну, кольцо тебе надо дать, а тут совсем скучаешь. Пайпу, пайпу нажми, пайпу нажми, алло. По краю между адом земным и раем, между теми, кто жил, кто снится, путать лица я так не могу. Жить, тени дарить. О, хорошо, хорошечно. Кожанчик. Четыре.
или я не буду менять этого хаоса. Амперсонов добавили в доте. Интересные вы шашки добавят, но шашки, если добавляют, то далеко не сразу. Не, крона, пожалуй, тебе. Бам-бам-бам. Монстр килл. Я жду, пока в шашки добавят енота. Согласитесь, енота в шашках не хватает, но уже белку добавили. Пришла белочка в шашки. Где енот? Где енот, вать Машу? О, Зёмушка подъехала. Но ЛД же енотик есть. Да, но это другое. Надо будет переехать. Хотя пойдет. Тут пойдет. Там под меня все изи стоит. Ну тут Сларк не успевает второй пробраться. Здесь бам-бам. И мы победили. Это я еще в 4 нежить стою, не в 6. И это, кстати, не енот, а енотовая панда. Написано ракун. Ракун полоскун. Потаскун. Все, написано ракун беркап. Принимаем это за веру. Под мага надо будет переехать. Да? Ну ладно, пойдет. Ну, Снэпфайр неприятно. Под пайпу и дэмэджа не хватало, чтобы маги сработали. Стоп, это боги уже? А как Снэпфайр взял, убил сейчас двух юнитов? Прикольно. Два снэп заролял. Вивер, Маша, Верма. Ну давайте, я готов. Готов освободить слотик. Я бы этого веспа с удовольствием отдал бы в какую-нибудь снэппарку, но что-то нету. Ну ладно, плохо стою, но думаю, справимся. Не знаю, черточка, на что ты намекаешь, но не было такого. Боюсь, что дракон никак не пролазит. Нужно надежно оставаться в том, что есть. Хаус, держи. Маг, я полагаю, уже переехал. Не, не переехал, так стоит. Ран, бейби, ран. Ну там целая проблема добраться до Луны. Она тем временем... Блин, Snapfire просто аннигилирует. Damage per shot 150.
Какой-то блинк, что ли, мне нужен? Ну, нежить еще поможет, да? Да не, понятно, что тут сумасшедший дэмэдж. 200 за выстрел. 15 выстрелов. Фиксированный физический дэмэдж. Это просто... Она все разбирает. Хорошо, дракон должен быстро убить. Это без шести нежити. Релакс, чувак. Ишь, ты справился. Он очень волновался. Так, оба магия, морбитка, хаос. И на твоей улице настал праздник, получается. Погнали в левел. Убейте Снэпфайра, убейте, пока он не убил нас. Молодец. Хватит ли теперь? Инвокер Санстрайк даст, и не хватит, да? Бам-бам, почти не хватило. Дракон переехал и починился. Окей, опа. Нам нужно больше дэмэджа. Надо было сюда ставить одного юнита, да? Минус Энигма до каста. Ответочка в дракона от луны. Хотя дракон там нормально раскидал. То есть под Тетчеса дамаг неплохой зашел. И с магом, да, пока не получилось. Но после крипов получится. Вестерту Тэчес. It's powerful. Ну, хаос потом на снэпа поменяет А2, он будет явно сильнее. Блин, 9 макс со снэпфайром, это, конечно, удачно. То есть, когда там лоников собирают, ну, такое себе. А снэпфайр очень сильно. Если я поставлю пул дракона, что мне понадобится? Точно не лоник.
Блин, чуть надо было переставить дезолятор еще один собрать в хаосе. Еще одни криты, но пока ответка вроде как эффективнее выглядит. Пайпу никуда не денешь. Возможно, дракона вместо хаоса выстоит, но хаос поживучее будет. Нового дракона без 102 лек ставить смысл нет. Попробую так, не знаю. То есть лунный ДПС я чуть пожить дал. И против мага этого хватило. И против мага этого хватило. Туру-ту-ту-ту. Вот так подеремся с этим крипом. Дальше надо подумать. Медуза, контроль, тайтхантер есть. Больше ничего не надо. ДК сильнее Чарлса. Да что ты говоришь? Вот магу расскажешь. Ты что-то задурил.
Нежить, нежить, нежить. Теперь драка с нежитью. Не буду херней заниматься. Блин, на другую сторону надо был хаос поставить. Здесь много дэмэджа, хорошо. Это быстро рассыпется. Хаос должен... Ой, как плохо он идет. Как поздно... Как поздно он реально начнет драться. Надо хаос под дракона ставить, я в порядке. Я в полном порядке. Тает, тает, тает. Могу ли я тебя как-то протащить? Никс, наверное, даже в 2 никак не решит. Сбили же, сбили, сбили. Молодцы. Нет, это нет. Если бы Тэчиса собрал Т2, можно было бы что-то поплясать. Ну, Никс, раз так хочет собраться, кто я такой, чтобы тебе отказать, да? Два Тэчиса. Неплохо. Блэд переставится. На тебе хоть что-то. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. По поводу для ДК кучно стоим, это не проблема. Главное, чтобы ДК начинал бить в правильную цель. Ну и для минеров кучно стоим, и для Энигмы кучно стоим. Но что-то 2-2 минера, Энигма и Дракон остались где-то на втором месте. А мы с кучей найтов на первом. 10 раундов. Красивая игра. Красивая.